Итак, всем здравствуйте. Сейчас я проведу обзор нового кубика, которого я получил сегодня днем от моего хорошего друга Саши Алексеева. Ну, у него ник All Great, его вы можете найти на онлайнере. И от него я получил кубик 6x6 компании Yongjun. Сразу хочу сказать, что кубик на самом деле очень хороший. Крутится с фиксацией. Но это обусловлено тем, что у него внутри сложная система элементов. Конструкция у него V-кубовская, и уверен, что внутри него можно найти регулировочные винты. Вот видите? Вот. Поэтому можно попробовать продемонстрировать, на что он способен, но я не хочу его разбирать, потому что собрать его будет долго. Но факт тот, что кубик крутится на самом деле очень хорошо, без особых застреваний, и это радует. Ну, пока можно собрать только, я попробую собрать как 3x3. Кстати, весьма занятно его собирать как кубик 3x3, однако непривычно даже как-то. Вот. Я собираю немножко по другой системе, поэтому не удивляйтесь и не сильно меня осуждайте за то, что я собираю не по F2L, а по системе пояс углы. Ну, мне так привычнее, правда. Вот, я его собрал, получил в основании рыбку, которую видно здесь невооруженным глазом. Наклейки очень хорошие, матовые и матерчатые, из такого вот материала. Ну вот и все. В принципе, кубик достаточно. Достаточно хороший, если его разработать и смазать. Уверен в этом. Ну а теперь, пожалуй, все. Я доволен своим новым приобретением. С вами был Фил Сивер. Спасибо за внимание.